та атлетика. А тут ми будемо жити. Cremos de llama. Ya, estamos en celda y que se ve. Que se ve muy bien, ¿no? אבל לא נכנסים. אבל אנחנו נמצאים בטבע, בטבע יש כאילו, איך לא הגיעו אותנו? Сторож. Детский. Самі наші виносливі ребятишки. Ну що у нас? Будемо шашлики робити? Ні. Ні? Шашлики не будемо робити? Дівчинка. Майка. О, а моє вже там, а? Ну давай. Оно уже, конечно, не то, но ничего. Чем открываем? Ждем. Ждем этого момента, когда начнет пожираться. Какой? Туда. Где мы потом будем? Давайте я буду салатик резать. О. Это их? Это их. Наши. Ой, нет, наш, наши. Наши. А. Это наш. Ну, нет. Я когда говорю их, я имею в виду суковская. А, нет. Ты наш. Тихо. Да? Лиса, смотри, это многофункциональный ножик. Очень. Для раз. Дяди пивко. Они очень долго ехали, устали. И чашечки у них. Ты посмотри. За 100 шекелей отлично. Сейчас мы будем кушать. Кто хочет пиво? Яна. Какое это пиво? Вкусное. Гамбринус. Вкусное. Гамбринус? Пена получилась сильная. Это лучше, чем гамбринус. Лучше? Скажите мне, что еще сделать? Весь день ел. А, сейчас я хорошо в голову бьет. Ой, прелесть. Девчонки шуршат. Правда, масло пластиковое, по-моему, не держит. Работают как положено. Легче покушать так. Помыть и... Шницеляны мои, шницеляны. Вот за это. Закончим. Малик, тебе горячие шницели? Самые стойкие дети здесь.
И остальные дети там. А, мне не рассказал? Забыл? В Израиле? Да. В Песах есть же там, куда Песах. А, да. Вот у мотора. За нету рука, вы там были рядом совсем. И тишина. Наконец-то. Да, вот так вот сюда? Мы спали. Сюда? Цыганский табор. Подъем. Эх, хорошо в деревне летом. Водичка есть. Низкие посадки. Чего это? Последний встал. Последний организм еще лежит. Последний. И сморкается. Современные дети на отдыхе. Да, ночка. О. Как отдыхается, хорошо? Положи ночку. Да. Да. Туман. Все, закрываю. Алло. Я получила как Ирочка, на своих всех фотографиях улыбаюсь. Ладно. Do it again.